А тем временем уже дан старт новому маршруту номер 5. Водители начали обкатывать его в минувшую субботу. Пассажиры общественного транспорта начинают потихоньку к нему привыкать. Он курсирует и по проспекту Чулман, чему особенно рады челнинцы. С горожанами пообщалась Эльмира Гайнудинова. Дмитрий Сухачев второй день обкатывает новый маршрут номер 5. По его словам, первое время пассажиры общественного транспорта удивлялись, но уже привыкают и не забывают благодарить. Люди боятся в автобус заходить, не понимают, что происходит, откуда такая техника взялась на данном маршруте. Время покажет. Пассажиры очень довольны, все говорят спасибо. Даже непривычно как-то. Пассажиропоток постепенно увеличивается, отмечает водитель общественного транспорта. Автобусы большой вместимости начинают курсировать с остановки «Мясокомбинат». Далее они следуют по улицам Нариманова, Марата Юсупова, по проспектам Чулман и Ешлик. Поэтапно мы новые автобусы сразу без раскачки будем ставить на те маршруты, которые нужны для нашего города. Много было обращений с тем, чтобы появились автобусы большой вместимости на проспекте Чулман. Мы эти обращения взяли в работу. Пассажиры довольны тем, что автобусы большой вместимости курсируют по проспекту Чулман. Здесь расположено большое количество социально значимых объектов. Это образовательные учреждения, лыжная база, ЗАГС и многое другое. Поэтому запущен такой маршрут. 15-минутный интервал между автобусами. 10 автобусов сегодня работают на маршруте. Будем продолжать улучшать транспортную доступность. Мы, в свою очередь, будем соблюдать расписание, чтобы жители нашего города могли вовремя доехать до своего пункта назначения. И самое главное, просим пассажиров соблюдать чистоту и порядок в салоне. Челнинцы говорили, что ждать общественный транспорт порой приходилось более получаса. Газели подъезжали уже переполненные. Я обычно стояла долго-долго вот на этой остановке. Вот сегодня увидела, прямо обрадовалась. Очень хорошо, что пустили большие автобусы именно по проспекту Чулман, большой вместимости, потому что до этого приходилось очень долго ждать, где-то 20-30 минут. С остановки поликлиника детская, с 26-го комплекса, я могла доехать по Чулману до метро. Очень большое спасибо за автобусы и за новые маршруты. Не очень удобно на газельках, не очень удобно. И ездят они не очень комфортно, иногда тормозят, так что улетают до переднего сиденья, с заднего. То есть некомфортно, да. Большие автобусы – это комфортно. В автобусах при входе в салон есть график движения. Каждая остановка озвучивается. Все это сделано для удобства пассажиров и общественного транспорта. Он курсирует от остановки «Мясокомбинат» до завода «Хайер». Эльмира Гайнудинова, Кирилл Хабзей, Сергей Вильданов. Новости набережные Челны.